Вчера на прошлом занятии мы с вами говорили о различных формах частного откровения. И в самом конце лекции мы с вами говорили о том, что есть различные пути донесения Богом откровения до разных людей. И мы с вами перечислили три таких формы, говоря о том, как Бог доносит откровение. Есть еще две формы, и они будут высвечиваться для вас на слайдах нашей презентации. С этого мы и начнем. Нам немного осталось, чтобы закончить изучать доктрину откровения, а затем все оставшееся время мы будем говорить с вами о доктрине Богодухновенности. Многое нам предстоит сегодня узнать. Что ж, давайте вернемся к тому, где мы закончили на прошлой лекции. Еще один способ или путь прямого сообщения — это через ангелов, когда Бог посылает некую весть некому человеку или группе людей. Были случаи, когда ангел являлся человеку, который не спит, и разговаривал с этим человеком. Но также, возможно, и были такие случаи, они записаны в Писании, мы будем о них говорить, когда человек спит, а ангел являлся человеку во сне, и во сне доносил нечто до него. И, конечно, как мы уже говорили вчера, есть разные пути, как Бог может донести свою истину до людей, даже если у них нет доступа к Библии, или они никогда не встречали миссионера. И это как раз один из таких путей. Позвольте мне упомянуть несколько текстов из Писания, где говорится о том, что ангелы доносили Божью весть какому-то человеку или группе людей. В Ветхом Завете мне вспоминается первая глава книги Даниила, стихи с 20 по 22. Даниил прекрасно знал пророчество, сказанное Иеремией, что вавилонское пленение продлится 70 лет. И Даниил знал о том, что эти 70 лет уже закончились, и поэтому он молится Господу, чтобы тот предпринял следующий шаг. 70 лет уже прошло, уже пора возвращаться народу из Вавилона, но ничего не происходит. И вот во время этой молитвы является ангел, и он начинает разговаривать с Даниилом и дает ему видение о 70 седмицах. Мы об этом читаем в 9 главе Даниила с 24 по 27 стихи. И также в первых шести главах книги пророка Захарии можно прочитать о нескольких видениях, которые были явлены пророку все за одну ночь. И если вы посмотрите на эти видения, то вам станет ясно, что какая-то информация дается в этих видениях, но все равно Захария до конца всего не понимает. Поэтому он просит объяснения, истолкования этих видений. И вот в нескольких видениях мы видим, можно так сказать, ангела-истолкователя, который объясняет ему то, что он увидел, а затем идет далее и дает следующие видения. И вот эти тексты, где мы видим ангела-истолкователя. Первая глава книги пророка Захарии, 9 стих, и затем опять 13 стих, 14 стих и 19 стих. Это все примеры тех текстов, в которых описаны видения Захарии. Но более того, в этих видениях ангел истолковывает увиденное. Теперь перейдем к Новому Завету. Несколько примеров. Этот список не исчерпывающий. Первая глава Евангелия от Матфея с 20 стиха. Иосиф очень обеспокоен тем фактом, что Мария беременна. Он недоумевает, что ему делать. И мы читаем о том, что у него был сон, и во сне ему явился ангел, который призвал его не бросать, не оставлять, не разводиться с Марией.
Что ж, затем Евангелие от Луки, в первой главе, с 26 стиха, мы читаем о том, как ангел является Марии и говорит ей о том, что с ней произойдет. Есть еще несколько текстов, которые я хотел бы упомянуть. Деяния, 7 глава, стихи с 38 по 53, а также послание Галатам, 3 глава, 19 стих. Итак, Деяния 7, 38 и 53, Галатам 3, 19. Из этих стихов, если рассматривать их вместе, мы узнаем, что ангелы участвуют в процессе донесения откровения о законе Моисея. Другими словами, Моисей получил эту информацию при непосредственном участии ангелов. Нам не говорится о том, каким было это участие, но оно было. Что ж, есть еще одна форма прямого сообщения, и об этом нам также следует поговорить. Это теофания. Теофания есть не что иное, как богоявление в каком-то материальном образе. И в большинстве случаев, если не во всех случаях, теофания имела место быть до пришествия Иисуса Христа, описанного в Новом Завете. Но, тем не менее, евангельские богословы сходятся во мнении, что в случае теофании, особенно тогда, когда речь идет о ангеле Господнем, и мы читаем об этом в Ветхом Завете, да, очень много явлений ангелов записано, но есть один особый ангел, который отличается тем, что называется ангел Господень, и мы читаем о нем в разных текстах Ветхого Завета, что ангел Господень является кому-то и обращается с речью. И, как я уже сказал, есть некое согласие во мнениях, есть определенный консенсус среди евангельских богословов, что эти теофании — не что иное, как явление Иисуса Христа до воплощения. Это когда речь идет о ангеле Господнем. Вот несколько текстов, где описаны такие явления. И в свободное время после занятий вы сможете тщательно эти тексты изучить. Бытие, 16 глава, стих 7. Явление Агари, когда она была вышвырнута из дома Авраама и Сары. Затем Бытие, 22, стихи 11 и 12. Здесь речь идет о том, как Авраам приносит Исаака в жертву на горе Мориа. Вернее, он намеревается принести в жертву, но Бог останавливает его. Останавливает в тот момент, когда Авраам уже готов был исполнить повеление Господа. Еще один пример теофании мы встречаем в Бытие 31 главе. 31 глава, стихи с 11 по 13. И затем в книге Исход, несколько текстов, 3 глава книги Исход, стихи со 2 по 4. Еще один пример, книга Иисуса Навина, 5 глава, стихи 13 и 14. И опять же, это лишь примеры, список далеко не исчерпывающий. Итак, первая форма частного откровения — это прямое сообщение. И как мы видим, есть различные пути такого прямого сообщения, когда Бог доносит свою весть людям, живущим в различные периоды истории. Но есть еще одна форма частного откровения, отличная от первой, и вы можете увидеть на слайде, который высвечивается на экране. И речь идет о сверхъестественных чудесах. И как раз на основании их сверхъестественности их можно причислить к частному откровению. И я говорю об этом, потому что сверхъестественный характер откровения — проявление божественной силы через того человека,
через которого чудо явлено или совершено. Да, может быть такое, что Моисей раздвигает воды Красного моря, но понятно, что простой человек не в состоянии сделать ничего подобного. И тот факт, что это сверхъестественное чудо, как раз и предполагает, что несмотря на то, что Моисей участвует в этом, есть некто, Бог, который вовлечен в этот процесс. И иногда, когда мы читаем Писание, скажем, читаем Евангелие, то мы видим многочисленные примеры чудес, к примеру, в книге Деяний, и создается впечатление, что автор просто лишь описывает то, что происходило, как бы дает нам снимки того времени. И то, что попадает на фотографию, скажем, чудо, остается на страницах истории. Но я бы предположил, что те чудеса, которые записаны на страницах Писания, совершены все не просто так. Они совершены с определенным намерением. Само совершение чуда использовалось для того, чтобы подтвердить переход на новую фазу, если хотите, воплощения Божьего замысла в этом мире. И в каких-то случаях совершение чуда или серии чудес было призвано подтвердить истинность сообщения некого посланника. Что ж, позвольте мне привести вам несколько примеров, и вы поймете, о чем идет речь. Когда говорим о предназначении чудес, почему они описаны в Библии, например, в книге «Исход», 4 главе, стихах со 2 по 5, мы читаем о том, что Моисей совершает чудеса перед лицом фараона. И, конечно, он это делает не просто, чтобы произвести впечатление. Он приходит к фараону и, будучи Божьим посланником, говорит фараону, чтобы тот отпустил Божий народ, Израиль. На что фараон отвечает: «Ни в коем случае, с чего я буду слушать тебя или твоего Бога? И с какой стати не следует считать, что у тебя есть какая-либо власть?» И после этого Моисей совершает различные чудеса, чтобы показать, что он на самом деле является посланником Бога евреев, и что Бог евреев обладает огромной властью, и поэтому фараону уж лучше бы прислушаться к тому, что говорит этот Бог. Что ж, в Ветхом Завете есть еще один эпизод. Он записан в 3 книге Царств, 18 главе, в стихах с 20 по 31. Здесь описано противостояние с одной стороны Илия, с другой стороны пророки Ваала на горе Кармил. И вы помните, в чем была суть вопроса? Тот Бог, который примет жертву, пошлет огонь с неба, тот Бог есть истинный Бог. Он настоящий и живой Бог. И, следовательно, пророки этого Бога — истинные пророки. А если жертва останется непринятой, и огонь с неба не сойдет, то, следовательно, Бог, которого представляют эти пророки, он на самом деле никакой не всемогущий Бог, и у него нет никакой власти и силы в этом мире. А пророков, которые его представляют здесь на земле, вообще не следует воспринимать всерьез. И вы, конечно, хорошо помните, чем закончилось это противостояние. Пророки Ваала изо всех сил пытались умолить своего Бога и принять жертву. Но ничего так и не произошло. Илия, с другой же стороны, прославил Бога, и если вы помните, он не просто положил жертву на жертвенник, он, чтобы показать могущество своего Бога, облил жертву водой и залил жертвенник. И поэтому, если жертва изгорит, то это точно чудо, точно действие Божье. И как вы помните, в ответ
на молитву Илии, Бог послал огонь, и жертва была принята на этом жертвеннике. И цель этого чуда состояла в том, чтобы подтвердить полномочия Илии как Божьего пророка и его послание. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Что ж, теперь давайте обратимся к Новому Завету. Здесь также есть несколько примеров. В Евангелии от Матфея, в 11 главе, в стихах со 2 по 6, мы читаем о чудесах Иисуса и о том, что они подтверждали, и какое отношение они имели к Нему. В Евангелии от Иоанна, 5 главе, в 36 стихе, Иисус делает очень интересное заявление. Иисус говорит, «Ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня». Но что за дела делал Иисус? Что ж, Он совершал не только чудеса, не только сверхъестественные дела, но в то же время Он совершал и много чудес, которые записаны на страницах Евангелия. Что ж, говоря о Евангелии от Иоанна, давайте вспомним, что Иоанн написал в самом конце своего Евангелия. 20 глава Иоанна, 30 стих, а также 31. Иоанн пишет, «Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не написано в книге сей». И я дальше перефразирую слова Иоанна. Но то, что я написал, цель того, что я написал, в том, чтобы, прочитав все это, вы поверили в Иисуса Христа, и, поверив в Него, вы обратились к Нему, как к своему Спасителю, получили прощение грехов и жизнь вечную. Что ж, хорошо. Многое из того, что Иоанн пишет об Иисусе, содержит описание различных чудес. И в конце своей книги Иоанн пишет, что все это он написал для того, чтобы подтвердить, что Иисус действительно Спаситель, что Он Мессия, пришедший в этот мир. Что ж, теперь давайте обратим внимание на некоторые другие тексты. Деяния, 2 глава, стихи с 1 по 6. Здесь мы видим описание Дня Пятидесятницы. И как вы помните, в этот день, в день Пятидесятницы, произошло много разных чудес. Цель этих чудес состояла в том, чтобы подтвердить, что все то, что происходило в тот день, это было действием Божьим. Происходит в тот день то, что никогда до этого не происходило. Иисус Христос говорил, что Дух Святой пребудет с вами, но Он будет в вас. Это подразумевает некую перемену в том, как Бог относится с теми, кто верует. Что ж, чтобы подтвердить, что это нечто особенное, день Пятидесятницы, когда Дух Святой сходит и начинает пребывать в верующих, Бог совершает много различных чудес. Это указывает на то, что вот здесь что-то новое, происходит нечто значимое в Божьем замысле. Далее, Деяния 2.22. Здесь мы видим описание еще одного чуда. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.